Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Елена Лопухова, врач-акушер-гинеколог клиники «Ниар-Медик». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. А, насколько я поняла, «Ниар-Медик» – это сеть клиник. Вот какие-то отличительные особенности, преимущества перед другими клиниками имеются? Да, конечно. Сеть клиник «Ниар-Медик» была основана в Москве в 1996 году на базе Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вот. В Рязани филиал был открыт в 2011 году и представляет собой многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение для взрослых и детей. Вот. Наша клиника рассчитана на полный объем медицинской помощи для взрослых и детей. То есть у нас принимают несколько десятков специалистов, включая гинекологию, урологию, гастроэнтерологию, терапию, более узких специалистов. Также в полном объеме оказывается педиатрическая помощь и в том числе узкие специалисты, которые работают с детьми. Вот. Также в условиях нашей клиники предоставляется полный спектр ультразвуковой диагностики, включая сосуды, сердце, суставы. Также есть возможность выезда УЗИ-специалистов на дом, то есть с портативным аппаратом в удобное для пациента время. Вот. Также в полном объеме предоставляется функциональная диагностика и физиотерапия. Есть также отработанная, налаженная система вызовов, то есть любой специалист узкий может выехать в удобное для пациента время к нему на дом, оказать все услуги. Также возможен забор анализов в удобное для пациента время как на дому, так и в офисах. Вот, снятие ЭКГ, ну и УЗИ, как я уже сказала, в полном объеме. Алена, вы сами акушер-гинеколог, да? Вот какие услуги именно в сфере гинекологии представляет сеть клиник? В нашей клинике предусмотрен полный спектр услуг в области гинекологии. В частности, у нас ведут прием опытные гинекологи-эндокринологи. Мы занимаемся диагностикой и лечением инфекций, передающихся половым путем. Диагностика, лечение, профилактика заболеваний, связанных, вызванных ВПЧ. Также лечение, диагностика заболеваний шейки матки. Также лечение, современный подход к лечению воспалительных заболеваний женской половой сферы. Плюс подготовка и ведение беременности в условиях нашей клиники. То есть женщина может, да, полностью у вас вести свою беременность? Да. Мы предоставляем такие услуги. То есть мы можем предложить семейным парам полное клинико-лабораторное обследование перед планируемой беременностью. И в случае наступления долгожданной беременности женщина может наблюдаться у нас в клинике. Наблюдение будет вестись согласно всем приказам, которые на данный момент действуют на территории Рязанской области. Вот. Плюс отпадает необходимость посещения женской консультации со всеми недостатками. Программа по ведению беременности будет называться «Жду тебя, малыш». Для удобства пациенток эта программа может приобретаться по триместрам беременности или же сразу на весь срок беременности, то есть от факта установления до родоразрешения. В программу входит наблюдение личного акушер-гинеколога, плюс все необходимые анализы, учитывая УЗИ, мазки, консультирование всех узких специалистов, то есть это лор, стоматолог. Если необходимо, медико-генетическое консультирование в обязательном порядке проводится пренатальный скрининг. Вот. И ближе к концу беременности подбор родильного дома в зависимости от того, от каких-то особенностей течения беременности женщины. То есть, по сути, клиника полностью берет на себя заботу о беременной женщине. Да. Лен, ну вот с беременностью все прошло хорошо и замечательно, да, появился на свет долгожданный малыш. А далее какие-то услуги может клиника предложить? Да, конечно. В нашей клинике предусмотрена программа по ведению детей первого года жизни. То есть это полностью обследование, наблюдение личным педиатром в условиях клиники, клинико-лабораторное обследование, причем в условиях клиники и выезд специалистов и забор анализов на дому. То есть это зависит от наполнение приобретаемой программы. Также в программе подразумевается ведение, как я сказала, личным педиатром, связь с доктором по телефону. Это очень важно для молодых мам.
То есть в любое время суток можно практически? Ну, в рабочее чаще всего. И очень важно выезд специалиста на дом. Также малышу по необходимости могут быть оказаны консультации всех узких специалистов детских. Ультразвуковая диагностика детей в полном объеме у нас в клинике производится. Также при необходимости специалист может выехать на дом. Вот. Физиолечение. И, что немаловажно, наша клиника проводит вакцинацию детей согласно прививочному календарю. Вот мы живем в 21 веке, как я люблю говорить, да, и все как бы в мире меняется. Вот появляются ли какие-то новые услуги, например, или какие-то отличительные услуги у клиники есть? Да, конечно. У нас отличительной особенностью нашей клиники является заключение программ. То есть у нас предусмотрены программы для детей, соответственно, возрастным группам от рождения и до 16 лет. И различные программы по диспансерному наблюдению взрослых в зависимости от пола, возраста и каких-то особенностей организма и проблем со здоровьем. Угу. Ну и акции какие-то бывают? Акции – одна из новых услуг в нашей клинике. Это вот оказывание услуг ультразвуковой диагностики на дому. То есть выезд специалиста ультразвуковой диагностики с портативным аппаратом в удобное для пациента время. И также с ноября месяца в нашей клинике будет вести прием кандидат медицинских наук флеболог, который будет заниматься лечением варикозной болезни вен нижних конечностей на современном итальянском оборудовании. Угу. Ну и, конечно же, за здоровьем своим надо следить, да, и вовремя обращаться не только к врачу, но еще, наверное, проходить какие-то осмотры. Как вот вы считаете, как врач? Нашим телезрителям посоветуйте. Обязательно. Диспансеризация имеет очень большое значение. И у нас в клинике предоставляются все услуги по диспансерному наблюдению различных групп как взрослого, так и детского населения. Вот, более подробную информацию можно всегда узнать у наших администраторов по телефону 706-706 или на сайте нашей клиники. Ну что ж, Елена, спасибо вам огромное за столь ценную информацию. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня была сегодня Елена Лопухова, врач-акушер-гинеколог клиники «Неармедик». Это программа «7 минут». Увидимся.